мы приехали в бассейн. Это не одни, это с Ариночкой. Мы тут делаем пикник. Так, вот тут ресторанчик. Здесь можно заказать кое-что, покушать. Картошку фри, 2,30. Ценные вещи можно брать вот такие ящики. Это наш ящик. Кладем денежку и закрываем. А здесь можно купить мороженое или попкорн. Мы, наверное, возьмем попкорн, да? Давид, что мы возьмем? Мороженое? Со скелькой лиг? Да, 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 genau. Да, noch mehr? Noch mehr? Und noch mehr. Jetzt müssen wir das Eis aussuchen. Wir möchten 32. Так, выбираем мороженое. И теперь нужно подождать. Bitte warten. Вот, все. Доставай свое мороженое. Покажи, какое это мороженое получилось. О, Смартис. Готовится наш попкорн. Нас? Угу. Для Арины, да? Арина заказала себе попкорн. Wie war denn jetzt ein bisschen? Wie viel Popcorn haben wir jetzt bekommen? Check mal. Как на е? О, так много попкорна у нас. Попробуй. Эй, тут даже Лего-штаны есть. А тут течет ручеек. Давид, пойдешь играть? Давид пока брызгается. Вода слишком холодная, чтобы плавать. Давид придумал себе аттракцион. Как серфер на доске. Давид идет на горку. Давид с Ариной стартует. Сейчас они покатятся вниз вот с этой горки. Вот так выглядит наш бассейн. Арина, обрызгали? Ну как? Как? Здорово? Вот это скорость, говорит Давид. Вот это класс. Большая скорость. Вон Ариночка выходит. Еще раз? Арин, ну как? Уплыли. Давид и Арина плавают в бассейне. Давид показывает свое мастерство, как он умеет плавать. Плывет, ногу уже проплыл, он на самой горке. И на спине. И вот так я умею. И так надо все показать Ариночке. Давид, Арина! Ой, как здорово ты плаваешь. Вот они, пловцы. Ну что, будешь вылезать? Что ты там нашел? Покажи, что ты нашел. Ой, какая-то ягодка, формочка в виде ягодки. Мы пришли в бассейн. Сегодня нам повезло с погодой.
Повезло, что сегодня был вход бесплатный. Не знаю почему, но был бесплатный. А еще хотел сказать, что здесь вода полностью натурально очищается. Она без хлора, то есть совершенно безопасна. Давид брызгается. Давид смеется. Вон идут Ариночка и Давид, накупались. Давид решил подкрепиться, да, нужно покушать попкорн. Давид принес своих животных. Кто это у тебя тут, расскажи. Так, мама берет тут акула, кит, еще другая акула и морской котик или кто-то, морской лев. О, они плывут. Ящерица на акуле плывет. Это ты здорово придумал. О, тут у нас гигантский водопад. Мы пришли в детский бассейн. И Давид хочет, по всей видимости, отправить свою акулу вниз. Давид, привет! Вон у Давида сколько животных. Взял лопату и делает какой-то канал. О, сколько ты на лопате песка несешь. Ух ты. А что ты делаешь, расскажи.
Ты работаешь? Самое любимое занятие. Возиться с водой, с песком. А тут два в одном. Давид и Арина пошли снова купаться. Холодная? Давид храбрый. Холодную воду. Ух. И уходит девочка. Это такой душ прикольный. О-о. Давид, ты куда? Ты от нас убежал? Ты пошел купаться? Давид, пока! Арина тоже осмелела. Все глубже и глубже. Ай! Ну что? Офишен? Освежающая вода. Ну, плыви. Вон она за тобой. Смотри, не холодно. А Давид как морж. Все, поплыл. Села на палец. Божья коровка. Привет, привет. Улетела. Давид брызгается. Вот еще какая-то детская площадка классная. С крутой горкой. И с такой лазалкой в виде корабля. Давид тут уже что-то возится. Набирает песок. Давид, что ты делаешь? Ага, Давид играет. Он набирает песок и сейчас будет поднимать его вверх. Так. Хочешь залезть на этот пиратский корабль? Посмотри, там есть штурвал. Тут даже есть штурвал. О-о. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан Давид, улыбнитесь. Он ты где? Капитан корабля. Капитан покинул судно. Эй! Пока-пока.